Слимак Атлантис Делюкс – это семейный курорт-отель, расположенный на первой береговой линии в Белеке, примерно в 40 километрах от аэропорта Анталии. Источником вдохновения для разработки отеля является затонувший город Атлантида, что проявляется во всех элементах декора. Пляжная территория покрыта мелким песком. Иногда встречаются мелкие камни, особенно ближе к воде. Но когда заходишь в воду, то чувствуешь под ногами песок. Если вы любитель полежать на шезлонге, то беспокоиться о том, что вы не найдете свободного места, у вас точно не будет. Их тут очень много. Они стоят в несколько рядов, как под зонтами, так и просто под открытым небом. Пирс покрыт деревянной доской, а поручни представляют собой канаты, натянутые в три ряда. По краям пирс украшен вазонами с цветами. На пирсе также есть шезлонги, где вы можете позагорать. Здесь вы можете найти холодильник с бесплатными прохладительными напитками. Как и на любом курортном пляже, в арсенал развлечений входит катание на скутере и банане. А для тех, кто любит более экстремальные виды спорта, могут попробовать полетать на парашюте или заняться виндсерфингом.
Если вы не любитель одиночного активного отдыха, то вы можете поиграть в волейбол или же футбол с детьми. Кстати, для детей на пляже есть специальная детская площадка, где они могут покачаться на качелях или прокатиться на небольшой горке. Каждый день развлекательная программа удивляет своих гостей. Вот сегодня, например, была пенная вечеринка у пляжа. Под зажигательную музыку с коктейлем в руках можно было весело потанцевать. На территории отеля есть 5 основных бассейнов, каждый из которых рассчитан под разные запросы. В самом большом бассейне часто проходят развлекательные программы. В бассейне с аттракционами есть 3 горки разного вида и длины. Самая простая – это бежевая горка, по ней просто катишься вниз. Потом идет горка с 2 поворотами. И для самых смелых есть самая длинная по протяженности горка. Кстати, за горками также следят спасатели. Они регулируют спуск детей в избежание возможных травм. Совсем маленькие дети, ниже 1,20 м, должны спускаться при сопровождении взрослых, о чем гласит веселая белочка на стенде. Ну а чтобы родители совсем не беспокоились, в отеле есть совсем не глубокий бассейн, как раз для малышей. Он оборудован как детская площадка. Вообще здесь все продумано до мелочей. У каждого шезлонга стоит столик для напитков и еды. А сами шезлонги есть абсолютно везде, даже если вы не хотите купаться, а просто загорать. Люди с инвалидностью также могут отдыхать в данном отеле. Для них есть специальные дорожки и отдельные туалеты. Отдельно я бы хотел выделить растительность и то, как за ними ухаживают. Какие тут красивые деревья и цветы, как ухаживают за травой, нужно отдать должное руководству за поставленный сервис. Находясь на территории отеля, вы точно не останетесь голодными. Начиная с 7 утра и до 2 ночи здесь функционирует несколько ресторанов и баров.
Самый крупный – это ресторан «Пинея», который находится в основном здании отеля. Питание в нем представлено по типу «шведский стол». Описывать все блюда, которые в нем есть, я не буду, так как это займет очень много времени. Просто огромный ассортимент десертов, салатов, горячих блюд и напитков на любой вкус. Здесь вы можете расположиться как внутри, так и на террасе. Аквариус-бар расположен на первом этаже основного здания, поэтому он довольно-таки часто загружен. В кондитерской для патиссери вы можете отведать свежую выпечку, десерты и кофе. Ликия-бар также пользуется большой популярностью у гостей. Он расположен у самого большого бассейна. Здесь часто берут коктейли, разливное пиво, а неподалеку вы можете отведать мороженое. Лейла Снэк – это кафе с пиццей и горячими блюдами, которое расположено внизу, ближе к бассейну с горками. Работает он до 15:30, так что если вы не успели перекусить в основном ресторане, то вам точно сюда, что мы часто делали, когда отдыхали на пляже. Когда на улице дождь, а купаться очень хочется, то вы можете посетить крытый бассейн. Кстати, там есть и неглубокий бассейн для самых маленьких. На территории есть еще много чего интересного, например, финская сауна, хамам, спа-салон и тренажерный зал. Есть несколько магазинов, где вы можете приобрести товары первой необходимости. Есть парикмахерская, можете взять в прокат автомобиль, можете пострелять в тире, поиграть в большой теннис или баскетбол. Также вы можете заказать туры за дополнительную плату. Но моя рекомендация – это не торопиться расставаться с деньгами за тур. Почитайте предварительно отзывы в Google картах или посмотрите ролики на YouTube о месте, куда вы собираетесь поехать. Возможно, ваши ожидания не будут соответствовать реальности. Вообще, отель заслуживает твердую пятерку по моим критериям. Работа персонала ненавязчива, они внимательны к вашим просьбам и всячески пытаются вам угодить. Территория отеля чистая, оборудована всем необходимым для спокойного семейного отдыха. Еда выше всяких похвал. Пляж просторный и чистый. Выбрал бы я Лимак Атлантис Делюкс еще раз? Конечно же да. Спасибо, что досмотрели мой отзыв до конца. Я был бы очень рад, если смог предоставить информацию, которую вы искали.